Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет вторая часть вот такого интересного журнала «Головоломки». И давайте начнем. Здесь у меня 7 пакетиков, и давайте посмотрим, что же здесь спрятано. Ты, кажется, это какая-то такую я уже помню была. Ух ты, ну и как класс! Вау, один из островов. Я один уже находила. Это, не знаю, есть мне или нет. Вау, класс, блестяшка, здорово. Новенькая, ну вообще новенькая. Классная. Вау, это тоже новенькая. Здорово. Так, радость тащит печаль, не помню, так а была или нет, но, наверное, новенькая. Бинго-бонго и радость, так у меня не было. Ух ты, еще один из островов, здорово. Так, это только что была самая первая, и такой не было. Что-то видно блестящее. Так, это была. Ух ты, такой не было. Прикольная. Аж блестится. Такой не было. Такой тоже не было. Ух ты, еще одна блестяшка. Класс. Где тут радость двигать печаль. Классно. Так, такой не было. Нет, вот так правильно. Классно. Ух ты, какой-то остров еще попался. Здорово. Может, я все острова соберу. Но там одного острова, правда, не хватает. Ладно. Вау, вау, вау. Как-то она жутко отражается. Все смотрят на то, как играет ралли. Как с ралли играет. Ралли. Нет, такой не было. А вот это я сомневаюсь. Наверное, новенькая. Ух ты, что-то еще блестит. Здорово, печаль. Ой, господи, говорю, печаль. Радость. Классная. Правда, так расстроенная. Очень грустная сцена. Я серединка. О, классно. Пятнистая блестяшка. Здорово. Такая радостная печаль. Так, тут ралли грустит, уходит из дома, кажется. А тут родители ралли ищут. Так. Посмотрим. Прикольная печаль. Так, вот так. Одно из последних. Это, наверное, они уже... Не знаю, как-то, короче, поняли. Прыгнули, врезали стекло, и тут у нее такое лицо. Наверное, этот эпизодик. Классно. Вот это было бы лучше блестяшка. Очень классный кадр. Бинго-бонго. А, как он последний бегает? Удивленный. Вот это классно. Вот это было бы блестяшкой. Это самая классненькая. Классненькая. Так, и последний пакет. Посмотрим, что же попадется в нем. Ух ты, составная. Вот это тоже классный кадр. Это очень клевый кадр. Это было бы тоже блестяшкой.
Ралли идет в школу. Предложили брокколевскую пиццу и абстракции. Ладно, сейчас соберу, рассортирую. Посмотрим, сколько у меня повторчиков. Ну, точно уже есть две. И сколько я уже клеила. Так, я рассортировала. Одна повторка. 5 уже вклеенных. И 29 осталось вклеить. Да, начнем вклеивать. Все, последнее. Наконец наклеила. Спасибо, что смотрели мое видео. С вами была Юля. Всем пока. Bye-bye-bye.